даровали человеку силу огня. Сил принес человеку свет и тепло. Огонь стал неотъемлемой частью жизни, но каждый день люди боролись, чтобы сохранить его. Спустя тысячелетия мы приручили огонь. Энергетики, наследники Прометея, подарили человеку свет и тепло, за которые больше не надо бороться. Сегодня сила света в наших руках. И если пламя рождается с искры, то энергия начинается с человека и живет в наших сердцах.